подача, но побороться за мяч как следует не удалось. Зато сейчас счет открыт. Уже на третьей минуте матча счет открыла московская «Торпеда-2». В ворота владимирцев мяч отправил Максим Данилов. Но уже на шестой минуте владимирцы сравняли счет. Гол в ворота соперников забил Никита Судариков из штрафной площади. Затем на протяжении нескольких минут велась активная борьба за мяч практически всегда в центре поля. А на девятой минуте против владимирца Дэни Далиева хозяева нарушили правила. И судья назначил штрафной удар с правого фланга. От паса Далиева головой в сетку ворот московского «Торпеда-2». Мяч забил снова Никита Судариков. Московская команда Далиев все-таки подает. Великолепная подача, 2-1. На протяжении оставшегося времени было несколько опасных моментов, но они так и остались нереализованы. Итоговый счет встречи 2-1 в пользу владимирского «Торпеда». Хорошая игра получилась, то есть не скучная, да? Много борьбы было, много таких, я не скажу, что моментов голевых каких-то, да, но мяч летал. Летал по вратарской, по штрафной, рядом с воротами. Вот. Ну, хорошо, как бы то, что мы забили, опять же, говорю, это исполнительское мастерство, его надо проявлять. Если ты его не проявляешь, тяжело забить гол. Хорошие две подачи, и Судариков головой, как бы еще были там шансы у него также головой забить. Эта победа подняла владимирцев на четвертую строчку в турнирной таблице. Следующий матч в рамках первенства «Торпеда» проведет дома 18 сентября. За победу владимирцы поборются с «Химиком» из Дзержинска.